Вы знаете, глава, у меня есть некоторые сомнения по поводу всех этих формул и заклинаний, которые говорил этот Тору. Ого! Ничего себе! Как же тут все поменялось! Глава, призыв Тору, Тору попытался призвать демона, и у него ничего не получилось. А вот это вот все вместе, это следствие того, что школьному совету стоит побольше внимания уделять школьной жизни. А правда говорят, что открытие второго блока сделали намного ярче первого? Правда? Между прочим, у нас сейчас просмотр способностей новичков. Вы помните? Помните об этом? Наверное, надо еще раз поговорить с Тором. По-моему, он что-то сделал не так. Шеф, все пропало! В смысле? Вы меня не слушаете. Я тебя слушаю. Нам надо поговорить с Акайо. И с Тору. Акайо. И Сакая. Идем. Пойдем. Вот видишь, а ты говоришь, что я тебя не слушаю. Это только малая часть того, что я вам говорил. Но у нас столько проблем на самом деле. Господи, какой же ты нудный, не начинай. Сначала новеньких надо проверить, а потом еще все подготовить.